может находиться? Так, подожди, где у нас? Просто все мои люди напружены, ассистенты потеряли. Дим, пойдем. Всем удачи, ребят. Давай, 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 парни. Берем ручку. Пошли. Сегодня на нашем матче присутствуют дети с такой особенностью развития из интерната «Солнышко». Давайте их поприветствуем!
Thank you.
Давай, Оля, браво. Давай, давай.
Thank you.
Кирилла Панченко в штангу. А вот ответ, удар Понсе! Понсе! Вы посмотрите, что творит Андрес! Фактически первый момент и сразу же успех! Во-первых, как здорово обработал, как принял и какой удар здесь Шунин. Но при всем уважении, при всем его мастерстве и навыках очень тяжело было Антону. Мяч полетел по такой дуге, причем еще и опускаясь прямо туда, под самую штангу. Еще одна будет подача от Юсупова. Удар поворотом и гол! И гол, и он забивает! У него получилось все-таки, вы посмотрите. Давайте еще раз смотреть. Юсупов, подача. Да, это был Шунич. Тони Шунич сейчас направил мяч по такой траектории, что ни Дюпин, ни кто другой не мог представить, как его все-таки оттуда не допустить того, чтобы мяч приземлился за линией ворот. И Дюпин бежал. Дюпин с ужасом взирал на то, что мяч отправляется в дальний угол его ворот. Но блестящий удар удается Тони Шуничу. Первый гол. Классан разбег. Вот это да! Вот это хладнокровие скандинавское. Вот это железные нервы. С этой точки, да, мы видим, что действительно там контакт серьезный. Надо же было именно так исполнить. И Сергей Рыжиков прыгал в правый угол, пытаясь угадать, и не угадал. Акинфеев, второй номер Фернандес. Момент! И мяч попадает в штангу. Вот так вот еще! Выручает свою команду! Это Джики! Начало второго тайма. Ну, я подозревал, что оно таким будет. Вот, просто не разобрались. И мяч при этом попал в голову защитнику «Спартака». Потом штанга и перекладина. Потом просто выбить бы мяч, но мяч пролетает между ног Айртону. И вот эпизод этот. И дальше удар Сигурдсена уже по пустым воротам. Длинная стенка, Марио, штрафной. Укрывает мяч корпусом, прострел. Может быть, у нас, наших режиссеров, найдется этот момент, но Олег Кононов попросил Сергея Кузнецова, тренера, своего помощника, отдать мяч вперед, а не Зе Луишу, который вбрасывал аут. Зе Луиш мяч потерял, и отсюда началась эта длинная атака, приведшая к голу. Вот оттуда все это началось, издали. Да-да-да, все началось с того, что Зе Луиш, мы специально на этом сделали акцент, Зе Луиш на позиции левого полузащитника бросал мяч Айртону. Айртон отдал чужому, действительно, с этого началась голевая атака. Вспоминая о том матче, когда Ростов выиграл здесь 4-1. Ниакейчик, Бун. На этот раз он просто оттеснил защитника. Позвольте пройти, прошел. Удар в ближний угол. Забивает под рукой Песнякова, мяч пуская. Конечно, грубая ошибка вратаря. И Ростов теперь вынужден будет много атаковать. И контратаки Уфы мы увидим, разумеется. Ну а пока давайте еще раз посмотрим, как буквально отталкивает Дениса Хаджикадунича. Раскручивает следующего соперника. Слай, он же Сильвестр Экбун. Сигурдсен игрок-то опытный, но пропустил под удобную ногу еще. Экбун подработал себе мяч и пробил. Дистанция слишком короткая, чтобы так уж совсем уничтожать вратаря за эту бабочку, как мы говорим. Странно, что не Кичин бьет. Он же штатный пенальтист. Ну да ладно. Удар, гол! И опять нет сухого матча у Урала. Уже 22. Я еще хочу разобраться с моментом. А вот смотрим. Это Егорычев сзади. Но, кстати, въехал вот и здесь, в штрафной. Да, вот здесь все уже очевидно. Если первый повтор не дал полного понимания, то вот данный повтор абсолютно убедил, что контакт был. Штрафной. Данченко. Атака Енисея. Снова Данченко. Такой танец с мячом устраивает. Да, неплохо у него с дриблингом. Зотов. Удар поворотом. Ой, гол! Ой, какой гол! Как пробил Зотов! Что за удар у Алекса?
Александра Зотова. Ну я просто восхищен. Я просто восхищен, как попал по мячу Зотов, а? Во-первых, Данченко действительно дриблинг устроил. А дальше, вот так еще и мяч на ногу классно лег. Зотов, он слева и пробил, хотя вроде как правша, но удар-то просто великолепный. Великолепный удар Зотова и 2-0. Енисей обыгрывает Урал в Екатеринбурге. Напрашивается вывод, что вот игра на неделе в Кубке, она повлияла так на команду. Хотя Погребняк сейчас мячом. А Погребняк-то не играл. А вот и гол! А вот и гол! Вот и гол Урала! Вот и гол Урала! Только-только мы покритиковали хозяев. И тут же Николай Димитров забивает. Отличный футбол в Екатеринбурге, друзья! 2-1. Димитров забивает. И тоже, между прочим, красивый гол. Очень красивый гол. Димитров поймал мяч на ногу. Ну и теперь, говоря о отсутствии или присутствии сил, все это не так важно. Сейчас морально-волевые качества выходят на первый план. И гол, я думаю, что эмоции подарят Уралу. Но что не получается в центре, подчищается на линии штрафной. Мараторе. Подача. Удар. Погребняка. Далее Панюков. Ну и только с третьего раза, Павел Погребняк переправил мяч в ворота. Там еще рикошет был от Сары, если не ошибаюсь. В общем, максимально удивительный гол. 2-2. Урал сравнял счет, но судя по реакции Парфенова, он требует продолжения. Он требует, чтобы был еще один мяч. Панюков забивает. Эль-Кабир, его прострел. Тут, кстати, не было ли офсайда у Панюкова. Еще обсудим, но в любом случае Эль-Кабир сделал голевую передачу, а Панюков забил свой первый гол в этой встрече. Алексей Миранчук. Заброс на Рыбуса. Рыбус штрафной. Мяч под правой. Дальше Алексей Миранчук. И Ману Фернандеш помешал ему Баринов. Но получилась передача. Рикошет. 1-1. 1-1. А вот был ли здесь офсайд? У Рыбуса это большой вопрос. А дальше Миранчук. И под удар. Но получилась передача. Хорошая передача. И получается... Вот и Юрия же... Нет, вот Себастьяна Дриуси мяч нырнул в ближний угол. 1-1. Самый популярный счет, который встречается между этими командами. Сутармин, ставший лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. Передача в штрафную площадь. И еще одна передача. Это пока еще не удар, а вот это уже удар по воротам и мяч в сетке. Хотя бежит Городов к боковому, прежде всего, арбитру. Мяч будет защитен. А в чем здесь, собственно говоря, был вопрос? Или сомнение? Посмотрим еще раз. Возможно, положение вне игры. Именно об этом пытался сказать Городов. Мы видим, что игрок, забивающий мяч, никоим образом не может попасть в положение вне игры. Это вылетевший из глубины построение Терехов. И Уциев от самого углового флажка выполняет эту передачу. Раванелли бьет и забивает. 1-1. Самый угол, только нижний, вбивает этот мяч. Атакующий полузащитник Ахмата. Швед сначала показал, что может сделать передачу в штрафную площадь, а потом сделал пас Уциеву. И вот здесь оставалось, ну, сантиметров 20 до линии. Буквально Уциев делает передачу в штрафную площадь, где Саверий Козлов не сумел разобраться один в один с
14-м номером Ахмата и позволил Раванелли нанести этот разящий удар. Дальний удар. Ух, какой удар! И красивейший мяч забивает Олег Иванов. Невероятно! На третьей минуте второго тайма в дальнюю девятку Олег Иванов отправляет мяч. Ну, удар, конечно, невероятный по точности. В дальнюю девятку и гол Олега Иванова. Потрясающее попадание. Четвертый мяч в этом сезоне забивает Олег Иванов. Последний раз он отличался еще в ноябре, когда забивал ворот самарских крыльев, тоже в гостях. И позволил Оренбургу лидировать в счете. Еще одна опасная атака. Балай! И третий гол в воротах Оренбурга. Это уже очень серьезно. Беким Балай. Здесь Раванелли делает передачу. Он сначала выиграл единоборство у Мишкича, а потом еще сделал такой пас, который оставляет двух игроков Оренбурга в полупозиции. Бегич уже не может сыграть. Сиваков еще не может сыграть. Беким Балай так здорово между ними открылся. И вот этим своим одним касанием, возможно, принес победу Ахмат. И вот удар Кирилла Панченко в штангу. А вот ответ, удар Понсе! Понсе! Вы посмотрите, что творит Андрес! Фактически первый момент и сразу же успех! Во-первых, как здорово обработал, как принял. И какой удар здесь Шунин. Но при всем уважении, при всем его мастерстве и навыках, очень тяжело было Антону. Мяч полетел по такой дуге. Причем еще и опускаясь прямо туда, под самую штангу. Еще одна будет подача от Юсупова. Удар поворотом и гол! И гол, и он забивает! У него получилось все-таки, вы посмотрите. Давайте еще раз смотреть. Юсупов, подача. Да, это был Шунич. Тони Шунич сейчас направил мяч по такой траектории, что ни Дюпин, ни кто другой не мог представить, как его все-таки оттуда не допустить того, чтобы мяч приземлился за линией ворот. И Дюпин бежал. Дюпин с ужасом взирал на то, что мяч отправляется в дальний угол его ворот. Но блестящий удар удается Тони Шуничу. Первый гол. Куасан разбег. Вот это да! Вот это хладнокровие скандинавское. Вот это железные нервы.
Поворачивается.
Выше!
Thank you.
Давай, 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 давай